Начали. Верховному главнокомандующему вооруженных сил Российской Федерации, министру обороны РФ. Обращение. Мы, артиллеристы, которых мобилизовали в рамках вашего указа, прибыли в ДНР, 1-й армейский корпус. Командование корпуса нас не слышит, пытается сформировать из нас пехотное подразделение. Согласно вашего указа, мобилизованные сформировались по артиллерийскому ВУСу и не могут применяться по другому назначению. Личный состав полностью слажен для выполнения боевых задач в составе артиллерийского дивизиона. Просим вас разобраться в данном вопросе. Задачи по прямому предназначению выполнять готовы. С уважением к вам, мобилизованные артиллеристы.